Итак, молодые люди, что есть в магазине «Бункер»? Давно не был в магазине. Сейчас мы посмотрим, что тут есть. Говорят, есть все. Майки, толстовки, шорты тоже представлены в огромном разнообразии. Разные бренды, то есть как наши, с патриотической тематикой и современная трактовка классиков, так и всяческие спортивные тематики и вообще все что угодно. Достаточно много, выбор большой. Шорты армейские, вот это, например, армейские британские шорты. Просто casual, чтобы ходить по улице. И опять же шорты, которые с карманами, с накладными, разные, на любой вкус и цвет. И в принципе кошелек, то есть от 1000 рублей буквально начинаются. Рашгарды – это экипировка для контактных единоборств, для занятий в зале, хорошо подходит. По сути, это синтетический пот, отводящий майки. То есть, занимаясь в рашгарде, вы не, ну, вы потеете, но пот выводится наружу. И вы, снимая рашгард, остаетесь почти сухим. Это гораздо приятней. Плюс большинство рашгардов идет с длинным рукавом, износостойкие. Для чего длинный рукав? Чтобы, когда вы боретесь на татами, ну, либо на матах, да, не удобнее было, не стесывались колени, локти, ну также есть такие же компрессионные штаны есть подобного плана. То есть, ну, заниматься в рашгарде сейчас это гораздо удобнее в любом случае, чем без него. То есть, особенно если какая-то борьба в партере, то определенно я бы советовал. Шорты для смешанных единоборств, специальный крой, специальные материалы, никаких замков, молний, то есть что-то, ничего, что может травмировать соперника в борьбе. Специальные вставки между ног, чтобы шорты не порвались в той же борьбе, когда все это тянется, но не рвется. Только самые известные фирмы, качество, все оригиналы, никаких копий, подделок мы не возим. То есть все настоящее. Venom, Bad Boy, Hayabusa, Manta, Hardcore Training, все что угодно. Спортивное питание у нас на факультативном уровне, но тем не менее представлено только качественными американскими брендами. Это BSN, Muscle Farm, Universal. Вот. Цены стараемся держать самые низкие, потому что как получается, в зависимости от товара. Плюс есть акционные какие-то позиции, то есть приходите, всегда что-то можно подобрать, что-то выбрать. Куча разнозащитных очков, от страйкбольных, сугубо вариантов, до спортивные, баллистические, те, которые держат реально дробь, даже попадаются. То есть выбор большой, на любой вкус, цвет и кошелек. Желтые, серые, темные, прозрачные очки. Все. Камуфляж тоже большой выбор. Наш, не наш, абсолютно разные. Термобелье, непромокаемые куртки шестого слоя, дышащие из мембран, майки под бронежилеты, комбо-шорт так называемые. Как оригиналы, вот, например, американские оригиналы, типами, так и те, которые шьют у нас. Горки, любимые многими, комплекты российской современной армии, термомайки, которые, кстати, вот Игорь использует активно. Очень, кстати, для жары отличный вариант, потому что они тоже дышат, в них реально не жарко, хоть они на 100% синтетические. Утепление, все, что, опять же, все, что душевое. Здесь у нас представлены разгрузки, бронежилеты как настоящие, так и страйкбольные варианты, разгрузочные пояса, которые отлично подходят, например, для охоты и всего прочего подобного, для стендовой стрельбы, для всего такого. Рюкзаки, большой выбор от маленьких до 120, по-моему, литровых, от дешевых, ну, китайских подешевле до 5.11 оригинального. За кучу денег. Соответственно, подсумки тут у нас еще представлены, гидраторы, шапки, маски, балаклавы, все-все-все. Ну, то есть, приходите, есть что. Есть из чего выбрать, если вам подобная тематика интересна, то у нас вам точно понравится. Итак, молодые люди, в магазине «Бункер», ну, есть рюкзаки от фирмы 5.11, рюкзаки и сумки через плечо,
Я, в принципе, в Ростове не знаю ни одного магазина, где была почти вся линейка. От здорового Хазарта, который, ну, считается одним из признанных рюкзаков в мире, от армии США и заканчивая частными военными компаниями, я сделаю на него подробный обзор. Трехдневный рюкзак, куда вмещается все. Так называемые однолямочники. То есть сейчас модно стало делать вот такой рюкзачок, который носится через плечо. Это у нас объемом 10 литров, или я не знаю, там не в литрах идет. Это модель. Да, в моделях. Но все равно они говорят об объеме. Дальше, значит, вот такой поменьше. Поменьше. И, наконец, тактическая сумка. Это тактическая сумка, причем она мне даже нравится больше, чем Maxpedition. И многие фирмы делают под нее копию. Очень большое количество карманов, более продуманное, чем Maxpedition на самом деле. Ну и 5.11 всегда отличается тем, что у них очень удобные органайзеры внутри. Конечно, 5.11 фирма дорогая, особенно в наше время, когда доллар подскочил. Но купив хорошую вещь, она вам будет служить долгие-долгие годы. А купив говно, оно у вас порвется через день. Поверьте мне, у меня были рюкзаки от сплава и все прочее, сумки от сплава, все это херня. Теперь у меня 5.11. И я ношу очень долго. И думаю, буду носить еще дольше. Покупайте правильные вещи в магазине «Бункер». Может, вы заплатите дорого, но в результате эта вещь окупится, и она будет вам стоить дешево. Помним, мы недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Если вы суперфанат фирмы 5.11, вы можете всего лишь за 16 800 рублей купить себе софтшелл. Что делать, ребята? 5.11 никогда не была дешевой фирмой. А с нашим курсом бакса цены просто заоблачные. Но дешевле, чем в официальном магазине 5.11. Который в Москве. Ну что, ребята, магазин «Бункер». Приходите, покупайте, выбирайте практически на любой кошелек, на любой карман и на любые вкусы. Это мои друзья. И поэтому, как бы, я всегда отвечаю за тех людей, у которых я покупаю. У них есть все. Мы стараемся.